Всем баброски привет, с вами Nexis. В этом видео я вам расскажу про все существующие баги в PvZ2. Надеюсь, что вы посмотрите видео до конца и поставите лайк. Поехали! Первый баг. У некоторых растений на время подкормки исчезают скины. При подкормке чили-бобом зомби на чайке, вы сами знаете, что он будет делать из головы. Если Гаргантюа выбросит чертенка и Гаргантюа забить током или взорвать, то чертенок опять появится у него на плечах. Иногда, если подкормленный лазерный боб попадает по Гаргантюа, то он выбрасывает мертвого чертенка. Кстати, а вы знали, что убитые зомби в PvZ2 могут есть мозги? И вот вам доказательства к этому. Отвали со своим этим самым. Давай. Когда у зомби-старателя взорвется динамит, то у него на поясе его не будет. Но когда он приземлится и его заморозить, то динамит опять появится, но в замороженном виде. И последний баг, самый крутой, с помощью которого можно поставить любое растение или гриб на воду в пиратских морях. Для этого надо подождать до последней волны, взять любое растение или гриб опять же, и когда выпадет награда, то можно уже сажать на воду. И вуаля, то, что вы выбрали, стоит на воде. Как говорил мой дед, неважно, гриб ты или растение, главное, что ты не эндермен, плавать сможешь. Вот такой короткий видос про баги в нашей родной игре PvZ2 у меня получился. Надеюсь, что он вам понравился. Ну а с вами был Nexis. Всем удачи, всем пока. Ha 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 ha!